Бабоньки, родінки мої, пучеглазые мої, губашлюпики мої, імператриці мої конезаводчиські. Ну ви ж у мене вон які красавиці-то все. Щоки полыхають, локони в'ються, сердечки б'ються. Хе-хей! А ви сидіть там все днями і ночами своїми там 300 грам, там, этот инстаграм, полилограм ваш этот. І мені скажіть, що там вообще интересного-то хоть? Срамота одна. Одні вот эти вот жопи. Да хавель. Я вам сегодня тоже вон винегрета тазик настругал. Что мне идти его фоткать, что он как осатанелая? Меня соседи так поймут. Или свою пятую точку фотографировать идти, так она ж ни в один объектив не помещается у меня. Да и какой смысл в этом? Мне вот как-то объясняли, что там надо выкладывать, и чтоб там тебе дворняк этих ставили, или как-то этих лайков, непонятно. Еще, знаю, сейчас это модно вот суфле вот делать это на фронтовую камеру. У меня даже вот специально суфле-палка есть. Ой, ёшкин-матрёшкин, что так не удумает, в самом деле. Ну шо, жду ваших дворняк. Всем пока. Ой. Бабоньки, родненькие же вы мои. Малышки мои костлявые. Принцессы тощие мои. Ну шо, вы там нахуделись к своему лету? Лету. Буду я красиво раздета. Ой, я с вас худею. В общем так, к лету вы похудели. Теперь начинаем толстеть к зиме, девочки. А то как не посмотришь, все хуеньки такие. Фу. Мужики-то, знаете, они не собаки, они на кости не бросаются. Им бы от тебя пощупать да помацать бы за мягкое место. А он за место этого рук только об твои кости порежет. В общем, дело такое, хочу вас зарядить мотивацией. Мотивашка, чтоб быстрее росли ляшки. Вообще в толк-то взять не могу. Что это за мод такая пошла на эти кубики, эти рубики ваши, этот пресс, как у мужика. Ни один нормальный мужик на такую бабу не посмотрит. Так что, бабы, воля в кулак, жиреем к зиме. С сегодняшнего дня начинаем работать над весом. Избегаем в рационе диетических продуктов, чтоб их так едим все с хлебом, особенно на ночь. Порция должна быть такая, чтоб в ладошку ни хрена не умещалась. Стараемся поменьше двигаться, больше спим. Сидячий образ жизни по максимуму. Я смогла, и ты сможешь. Однажды одна девочка тренера не слушала. На ночь две тарелочки пельмешек она кушала. Та девочка мечтала о длинных волосах, но быстро отрастали лишь складки на боках. Старалась, красилась. Конечно же обидно, когда красивых глаз из-за щек не видно. Майонез любила очень, пила его стаканами и борщ свекольный ночью поглощала ваннами. Слыхала эта девочка все время голоса, а это голос парня, застрял он в телесах. В ее тени могли легко пять ребятишек скрыться, могла упрятать за щекой две целых свежих пиццы. Роллы, блинчики, свинина, картофель, булка, буженина, икра, лапша и холодец, вам всем сейчас придет конец. Чики мои милые, тренера вы слушайте, и как эта девочка, пожалуйста, не кушайте. Хорошо наклоняешься. Молодец, хорошо. Значит так, дорогуша, вот он эталон красоты, вот он эталон спортивной фигуры. Это все, к чему ты должна стремиться. Вот. Понятно? Работаем. Они все как один, все козлы. Ты думаешь, мой лучше? Ни посуду с собой помыть не может, ни по дому помочь. Соберу его все шматье и выкину с балкона. Хочешь каменную жопу? Ебашь. Хочешь руки-базуки? Ебашь. Хочешь кубики-хлюбики? Ебашь. И вот так, пошла, вот так, вот так. И никакого тебе не видно. Накачать ягодицы, ты должна думать, как ягодица. Ты должна чувствовать, как ягодица. Стань ягодицей, будь ягодицей. Всего лишь за два занятия мои подопечные худеют на 18 килограмм. Смотри. Ага. Просто шикарно. Лучшее. Ты обязательно добьешься успеха. Завтра проснешься с кубиками. Идеальная техника. Я тебе покажу, как похудеть. Я сделаю из себя просто конфетку. Ты будешь самая идеальная девушка. Как я. Красивая, как я. Да. Как ты красиво делаешь упражнения. Дай я тебя сфоткаю, как будто ты такая типа в качалочке. Пускай твои шкидры офигеют, какая у тебя сила воли. Кислота. Дорогая, делаем планочку. Поехали, да. Раз Миссисипи, два Миссисипи. Достаточно, отдыхаем. Я правильно делаю? Что ты спрашиваешь, ерунду? Конечно, правильно. Подожди, или вот так? Так тоже правильно. Вообще, ты не должна подстраиваться под упражнение. Пускай упражнения подстраиваются под тебя. Что, совсем с ума сошла, такие тяжести поднимать? Знаешь, как потом мышцы болеть будут? Да, я сделаю, уходи. Слушай, ну что за ерунда? Ну подумаешь, пожрала на ночь. Ну жрешь ты каждый день на ночь, ну это вообще фигня. Я бы при таком стрессе, как у тебя, да у меня бы вообще просто рот не закрывался. Я тебе там скинула диету, ты даже можешь не читать, там ничего интересного. Смотри, обязательно сладкое на ночь. Потом добавь немножко алкоголя. Даже не немножко, а вот уверенно прям добавь алкоголя, это разгонит твой алкоголизм, метаболизм. Кардио надо делать? Какое кардио? Это что, итальянец какой-то, что ли? Иди поешь. Люблю, я тебе деньги за тренировку принесла.
Какие деньги? Ты у меня занимаешься уже 2 месяца. Мы с тобой подруги. Это все бесплатно. Люба, серьезно, мне кардио делать? Че, гонишь, конечно, делать. Иди давай. Когда мы с тобой кардио не делали?